И у нас это так. Четвертая серия. Четвертая часть четвертой серии. Продолжается четвертая серия. Это ее четвертая часть. Вот так, по-моему. Да? Правильно же? Вроде правильно. Да, мы считаем, что правильно. Здесь мы выяснили, что значит до пещеры отдыхать можно, а вот с этой стороны пещеры уже очень опасно. А здесь полная жопа. Такие дела, ребят. Ну, пошли, вернемся в западную гавань. Гавонь. Никто нас не атакует. Грустно как-то. Войти в западную гавонь. А нас там драконы ждут, да? А мы ему нам полная жопа. Ну и... О! Стоят уже. Так, сохранимся на всякий пожарный. Музыка приятная. Ну, здрасте. А ты никак со мной драться собрался, чмошник? Спасибо богам, вы добрались сюда в целости и сохранности. Я не был уверен в том, что драконы не нападут на вас, как только вы приблизитесь к деревне. Один из них бродит поблизости, не знаю где. Так, дракон, о чем вы говорите? Я не боюсь этих тварей, но как они смогли туда пробраться? Это был один из драконов, а не Тормас. Когда Питни и Джинни привели его, он вошел в ворота вторым и вдруг сменил обличие. Потом из леса появились люди ящер и еще один дракон. О боги, это все моя вина. Успокойтесь, Лоза, надо себя винить. Ах, мы все думали, что это был настоящий Тормас. Откуда нам было знать, что это не так? Вы не понимаете, все намного сложнее. Так и есть, мы видели бочки с медовухой жатвы в логове драконов, Лазла. Потрудитесь объяснить, как они туда попали. Когда мы заново отстраивали западную гавань, каждую ночь нежить выходила из болот, упыри и зомби, и кое-что пострашнее. Иногда нам удавалось уничтожить их до того, как кто-нибудь оказался их жертвой, но не всегда. Мы все это знаем, Лазла, к чему уклоните? Эти драконы, когда они вернулись, я думал, что они разделаются с нами, но решил, а вдруг у нас же есть золото, вдруг мы сможем договориться. Значит, вы наняли их решить вопрос с нежитью. И что? Лазла, неужели вы... Да, так и есть. Я предложил им вознаграждение за то, что они уничтожат нежить. Сначала все было нормально, но потом... Когда у меня кончились деньги, я предложил им наши запасы медовых и жатвы. Если бы я только знал, они буквально помешались на них, хотели больше, чем мы могли им предложить. Поэтому они захватили западную гавань. Алкашня. Знание. Вам должно быть известно, что черный дракон не держит свое слово. Это не в их правилах. Во имя Шанти, я не знал, что все обернется таким образом, только хотел защитить деревню. Я готов был пойти на все, чтобы жители западной гавани были в безопасности, а теперь мне самому не справиться. Нужно убить этих драконов. Один из них, тот, что принял облик Тормаса... Господи. Ворагамантар находится за полем недалеко от деревни. Вызовите его на бой, и он не сможет отказать вам. Запугивание. Хорошо. Но если ты пытаешься надуть с наградой, не думай, что я слишком устану после битвы с драконами, и у меня не останется сил на тебя. Да, да, мы понимаем. Мы и так уже у вас долгу. Будем счастливы отдать вам медовуху и с радостью купим ее у вас. А дракон у них собственный запас. Если вы убьете дракона, сможете забрать их. Пока вот возьмите это. Мы пока займемся другими делами, но будем держаться неподалеку. Когда мы узнаем, что встретились с этим драконом, будем готовы спасти деревню. Что это он мне там накидал? О, зелье. Зелье, это хорошо. Ну что, пойдемте. Пинать драконов. А, мотать мое почтение. Какой ты уродливый. Лита людей ящеров, ворог. Хай-хай, пообщаемся. Привет тебе еще раз, маленькая закуска. Не ожидал опять увидеть тебя здесь. Вообще-то я думал, что ты погибнешь в логове, но, увы, похоже, вы гладкокожие и более живучие, чем я предполагал. Насмешка. Это мы живучи, или может быть ты слишком слаб? Пытаешься разозлить дракона кусок мяса? Что ж, тебе очевидно не слишком хорошо со здравым смыслом, но возможно, ты сумеешь осознать, насколько разумно будет мое предложение. Подозреваю, Бакман уже понял, что не сможет больше держать свой маленький план в тайне. Он обратился ко мне и моему брату с просьбой позаботиться о нежити в топях. Как это на него похоже заставлять кого-то другого делать свою грязную работу? Переходи к сути дела. Уверен, он гарантировал вам наличие запасов, но зачем следовать приказам того, кто предлагает лишь то, что ему не принадлежит? Мы выполнили нашу часть сделки, держали нежить вдали от деревни. Почему бы вам не взять нашу медовуху, драконью медовуху, и не заработать немного денег на стороне, а взамен убить Бэтмена?
Люблю сделки, но раз об этом зашла речь, предпочту. Ты правда думаешь, я сглуплю настолько и поверю, что пара драконов сдержит свое слово? Я оскорблен. Сейчас ты умрешь. Что ж, я пытался убедить тебя. Отойдите, мои слуги. Увидите кое-что интересное. О, сейчас я получу удовольствие, кусок плоти. Да погоди ты. Так, и вы поговорили с этим самым, одним из братьев драконов, и сделал свое предложение. Он предложил вам убить Бэкмана и его союзников. Вы отказались с первым союзом драконов перейти. Ну, просто понимаете, эта деревня, как бы она мне не безразлична, и не хочу, чтобы в ней жили какие-то там драконы. Так. Make this fight count. It will be your last. Show them your steel. Attack! Hurry up and die! We're there! Ах ты, щенок! Валите его, ребята! Это не дракон! Кусок дерьма, блин. Да, запинаем засранца. Убийца драконов. Новый навык. Ох ты ж, батюшки. Благодаря вашему предшествующему успеху в битве против истинных драконов, следующее столкновение с этим могучим существом вызовет преимущество. А, ты ж, батюшки. Плюс 2 к атаке. Ну окей. Спасибо. Чиш. Ну куда? Так, чешуя дракона. Стиль от вредителя. Что это за хрень? Так. Сабля. А, так с меня это вышиб? Он меня без... он, оказывается, обезоружение против меня провел. Вот почему я ему урон не наносил нифига. Ну ладно, ладно. Будем иметь в виду. Трофеи. Еще один двуручный меч плюс 2. 2d6 плюс 2. У тебя что? У тебя такое уже есть, да? Что ж, двуручный, так двуручный. Так, где этот волшебник? Тормаз, Лазло, Бэкман. Давай пообщаемся. Все кончено, просто дайте мне передохнуть. Мне нужно поговорить с вами. Дайте богов, что вам удалось выбраться из их логова. Ага. Не спрашивай об этом ужасной пещере, чем мечта не будет, ну, ясно. Короче. А ты что скажешь, лучник? Отведите-ка нас, дракона. Мне и мой блок не парочка вопросов. О! Брутальный дяденька, эти ворота закрыты. Эти серьезно, что ли? Жизнь бы не догадался. Да отключись ты, и чё? Нет, ну ворота закрыты, ок, а дальше что делать? А, вот. О, боги, это было непросто. Невозможно описать, как мне полегчало, и как мне стыдно за то, что это, я это все устроил. Надо мучить себя. Вы же думали, что поступаете правильно. Вы хотели помочь деревне. Спасибо. Вы были так великодушны ко мне. Я не заслужил этого отныне. Да ваш должник. Ты что такое? Заплетаться язык начал. Что касается вашей награды, пустое здание к северу от тренировочной площадки. Займитесь торговлей в нем. Если желаете, можете продавать медовуху жатвам. Предоставим вам по лучшим ценам. Ни хрена себе. Не говоря уже о золоте, которое держу пари, хранится в логове этих тварей. Лучше поторопитесь, пока я не добрался сюда раньше вас. Пить не будь болваном. Они заслужили это. Конечно, я просто... Ох, ну да. Спасибо, Лазло. Я рад, что деревня в безопасности. Спасибо вам, друг. Наши ворота для вас всегда открыты. Ну, Кирилл, опять появилась. Здорово, мелкая. А, вот уже Лазло тут.
Лазло. Зло. Лазло. Волшебник Тормаз. Я рад, что все закончилось. Сколько неприятностей. Полагаю, мне следует благодарить вас. Без вашей помощи я бы погиб в этой отвратительной клетке, став кормом для червей и многоножек. Я только что убил драконов. От подобной картины неплохо не станет. Что ж, привести вас в замешательство не было моей целью, хотя, признаю, я заварил эту кашу. Надеюсь, вы поймете, мне чуть удалось избежать смерти. В таком случае, может быть, вас заинтересуют старые магические вещи, которые мне удалось достать во время моих путешествий. Мой последний опыт показал, что они не очень-то помогают уберечься от неприятностей, но, возможно, они и пригодятся. Не бесплатно, конечно. Определение заклинаний. Надеюсь, вы не всучите мне то, что уже утратил свою волшебную силу. Не думайте, что я этого не замечу. Прошу вас, я же волшебник, а не какой-то прохиндей. Я бы не стал вам ничего предлагать, если бы не был уверен, что он заслужит вам службу. В конце концов, я в некотором роде благодарен вам. Ну давай, жги. Что там? Ох, так. Кольчуга адамантитовая. 5. Поглощение урона 2. Запугивание, вот в чем проблема. Адамантитовая кольчужная рубашка. 4-1. Ого. Полулаты. 7-3. Твою мать, я хочу эти доспехи, блин. Да они классные, вы че? Мифрил. Подождите, мифриловый доспех. 8. А, это просто. А там еще и поглощение идет. Мифриловый нагрудник. Так, это 4, понятно. Пояс силы плюс 4, блин. А тут сколько? А, тут плюс 3. Ростовой щит. Твою ж налево, а? А здесь что? Так. О! А, нет. Ошибка. Бонус к урону магический. Да, это тема. Блин, да у чувака тут дофига всего. Матитовая стрела. Окей. Лихо. Так. Yes. Сплошной адамантий, блин. Обалдеть вообще. Просто один сплошной адамантий. Так, длинный лук, длинный лук, длинный лук, а короткие луки где? Копье из суммы. Так, короткий лук 1700, вот. Вот, короткий лук из Шидорана. 1D6. Так у нее, по-моему, такой, да? Нет, у нее... Да, у нее 1D6, 1 и 3. Ха, может, подешевле будет. Легкий арбалет. Блин, да у нее тут много чего интересного, так-то, если подумать, да? Хм. Тут ничего. Так, yes. Кольца предвидения. Тарана. Пэл Вербош был самым кровожадным пиратом островов Нелантер. Если другие пираты собирались вместе и нападали на тяжелые, хорошо охраняемые торговые суда, то молчаливый моряк выждал удобный момент и нападал на самих пиратов. Никто, кроме банды Вербоша, не мог бы рассказать об этом, потому что Вербош казнил всех, кто был на захваченных кораблях. Но однажды Вербош и его головорезы наткнулись на добычу, которая оказалась им не по зубам. У капитана вражеского корабля оказалось волшебное кольцо, которое стреляло магическими ракетами. Эти ракеты пробили дыру в корпусе молчаливого моряка, и корабль затонул всего за несколько минут. А, сбивание с ног. Прикольная тема. Кольцо ученых. Знание плюс 10. Ясно, кольцо предвидения. Знание плюс 5. Ага, ну это фигня. Так, а здесь что? О, берем. Сапоги скорости. Сапоги. Вот. Рабочий стол мага, кожаные сапоги, шкура варга, шкура жестного медведя, заклинание ускорения. Что дает?
Эти красивцы придут способность творить заклинание ускорения 3 раза в день. Нет, это не то. Это, видите, это делать заклинание. Мне нужны сапоги, которые... Ну, поняли. Так, ясно. У него, в принципе, дофига всего, да? Что я хочу. Надо сначала сбегать к драконам. Совещание искателей приключений. Убив этих драконов, вы очень помогли деревне. Думаю, бочонок меда – это самая малость из того, что вы заслужили. Что я могу сделать для вас? Ваша шаль у меня, госпожа. Благодарю, спутник, я была права. Она оказалась ящериц. Да, они тоже с большим пиететом относились к ней. Хм, я так и думала. Ну да ладно. А что касается награды, вот возьмите, это отличное лакомство. Оно поможет вам в тяжелые минуты, в нем благословение Матери Земли, я уж это знаю. Ну, спасибо. Что-нибудь еще нужно? Пока все. Что они нам дали? Что за лакомство? Лопата садовника. А где? Очки опыта. Окей. Yes, that is so. I know this maze. Follow close. Yes. А где эта лопата садовника-то? Получен предмет главный. А где он? А, вот, блин. Отполированный до блеска черенок этой лопаты выглядит ломким, но сломать его практически невозможно. С виду лопата ничем не отличается от обычного инструмента садовника, но она благословлена самой Шанти и несет себе ЧР 1D6. Бонус усиления плюс... Не, ну, такое себе. Так, стоп. Да уйди ты. Welcome back. Вопросы, новости в деревне. Припасы. Ready. Yes. Так, новости в деревне, новости в деревне. Так. Питни. Don't you worry, the meat's coming along great. Just taking a quick break. Hi, traveler. Quite the thing you did for our village. Very kind of you. Так. Да-да-да-да-да. Джинни Леннон. Was a brave thing you did, facing down those dragons, stranger. Так, Лазла. You got my thanks. Спасибо за помощь, Корал. Now leave me be. Go bother the good wife or something. Ничего-почу-почу. Now see what a true warrior looks like. This weapon won't не ломается. Тут мы можем торговать медовухой. Обосраться, блин. Счастье полные штаны. Всю жизнь мечтал. Ой. Ладно, хорошо. Беру свои слова назад. Бенни Квендермир. А что там такое? Ух ты. И что же это такое? Добро пожаловать в факторию. Скажите мне, если вам что-нибудь понадобится. Я хочу отправить отсюда караван с грузом. Западная гавань. Продажа. Малое кольцо разрушения. Шлем, в топку. Вино, бухло, сплошное бухло. Птичка плюс один, воровские инструменты. На караванах. Западная гавань. Но отправить я ничего не могу, да? Это в смысле потому, что у меня ничего нет, что ли? Ха, забавно. Наверное. Ну... Ням-ням-ням-ням. Непонятная дверь. Ладно, к черту. Пойдемте к драконам, сходим по сокровищу. Потом вернемся сюда, попробуем себе адамантит в этот доспех купить, блин. Это нафигеть, какой классный, вы че? Поглощение урона. У меня и так один, есть поглощение урона один. А тут еще 3 сверху. Это, знаете ли, добавит бронированности там. То есть неожиданно вот это место стало моим домом, не домом. Так, стоп. Может, короче, отсюда пройти? Я так бегаю все время, да. Прикольненько.
Я бы, конечно, в другом месте лучше обосновался. Тут комаров до гребаной дури. Ой, ну ладно, посмотрим. Может, в крепости тоже все плохо. Не, ну серьезно, если уж обустраиваться. Хотя здесь тоже, с учетом того, что теперь мы здесь страшные, непробиваемые. А ну сюда иди. Нашел бы кидаться, щенок. Так, всех и закарампузали. Еще будут тут всякие, знаешь, членистоногие нам мешать по дороге. Так, это сюда. Блин, вот этот звук комариного жужжания, это просто, мой респект. Вот этот момент прям идеален, потому что прям так и хочется, знаешь, как это, бумс, треснуть по наушнику, блин. Пошли, мелкая. Нам в пещеры драконов. Блин, как же мне не хватает какого-нибудь кольца регенерации, а? Ё-моё. Дико не хватает. Даже плюс куча проблем, я уверен. Кто? Опа. Да ладно. Здрасте, выясняется. Давай, давай. Рекомендовано далее. Ну тут без вариантов. Все. Что у тебя там? Так, уровень 2. Уровень даже на уровне 1 что-то появилось. Так, уровень 1. Стремитель. Не, давай чисто лечение. Тут не будем выпендриваться. Так, уровень 2. А, восстановление. Сила, пронизывающий холод. Это что такое? Маленькое устное одно существо. Существо получает урон холодом. Увеличивает с каждым раундом. Во втором и в третьем. Огненное оружие. Уже ближний бой вспоминается. Прикольно, кстати. Здесь что ли? А пусть будет на самом деле. Так, трешечка. Ну тут без вариантов. Призывать молнию под 200 заклинаний. Угу. Так, 4. Огненный удар. Лунный заряд. 5. Ой, у меня и 6, и 7 уже есть. Какая прелесть. Так. Мне, в принципе, очень нравится эта буря молний. А вот этим он, по-моему, вообще не пользуется. Смерть живого. Да, давайте лучше буря молний поставим. Так, инферно это что? Маленькая. Ну, я не видел, чтобы он им пользовался. Ну, да ладно, пусть будет пока. Так, великая каменная кожа. Нафиг. Всеобщая радостная жизнь. Регенерировать. Вот эта тема, кстати. Вот утопление. Кстати, утопление. Шикарная штука. Под действием заклинания легкие существа целями внезапно заполняются водой. Захлебнувшие существа получают дробящий урон равно 90% их текущих хинпоинтов. Жуткая вещь, на самом деле, если сработает. То есть просто вот, ну, конечно, от уровня колдующего зависит, но все равно. Очень страшная штука. Очень опасная. Аура жизненной силы. Что это такое? Маленькая. На себя, я так понимаю, да? Дальность. Колдующие его союзники, попадаешь под действие заклинания, получают бонус 4 к силе, телосложению, ловкости, эффект от нескольких применений. Ничего себе. Обалдеть, всеобщее исцеление средних ран, но это нафиг. Слушайте, а давайте эту ауру жизненную силу возьмем. Клевая штука, на самом деле. Yes. Пойдемте за драконьими сокровищами. Хотя, конечно, вот этот момент зря, по-моему, сделали. Если тут сейчас не будет какого-то интересного дополнения, да, в плане того, что ты вот сюда пришел, тебе что-то дадут. Например, по шее. Нет. То это очень странный момент. Ну, то есть, типа, тупо вернуться назад, еще разок сбегать, чтобы забрать шмотки,
И потом опять бежать в деревню, потому что денег у тебя, скорее всего, нет. Хм. Такое себе, да. Так. Так, ну-ка, брысь. Мелкая, ты там где? Окей, everybody, fall in. I'll show you the way. Ну-ка, давай осмотрим все это безобразие. Блин, что ты пугаешь, а? Чего-то ничего не обнаруживается, да? Ну давайте, давайте. Хорош, блин, тухнуть. Я заколебал монитор. Yes. 3000 золота. Я надеялся на большее количество плюшечек. Ну да ладно. Что же у нас здесь? Так, катана плюс 2 это лесом. Кольчуга плюс 2, кстати. 5 и плюс 2. Чувак. 4 плюс 1. Yes. Is there something you wish? Держи. Yes. Монитор заколебал тухнуть. Три твой в корень. Малый клык. Клинок меча блестит, как металл, но у вас ощущение, что внутри него находится что-то еще, словно бы меч был изготовлен из зуба огромного чудовища, закованного в металлическую оболочку. Кажется, что оружие яростно жаждет крови. Небольшая отверстие на поверхности клинка мгновенно впитывает ее, словно поры губки. Маленькая... О, вампирский реген. Так, слушайте-ка, стоямбус. 1d4, кислота и бонус усиления. 1d6, бонус усиления плюс 2, усиленный крит удары. Хм. Скоба. Это жерелье было создано морскими эльфами много столетий назад и использовалось для охоты на могучих зверей, а также для заморозки врагов на месте, после чего с ними было легко расправиться. Неизвестно, как этот уникальный предмет попал в руки обитателей суши. Ага. Удержать гуманоида. Удержать монстра. Это мы продадим. Тихо. Топаз сюда, это сюда. Еще одна скоба. А, прикольно. Так, 1d6, бонус плюс 2. 1d6, бонус плюс 2. Слушай-ка, а может тогда вот так сделаем? Подожди-ка. Просто 4, но тут кислота и бонус усиления. Сейчас, попробую объяснить. Так, вот... Да, блин, сдвинься ты. То есть вот так. 10-5-0. 12-7-2. Да. Потому что оно крошечное. Вот. А вот сабля... Да что с монитором, блин? Так. 11. 10. 1d8. На 2. 2 рубящий урон. 1-4. Плюс 2. 1-6 плюс 8. Почему плюс 8? А почему плюс 8, не понял? Не понял юмора. Хм. Но я все-таки вот так оставлю. Потому что это как бы они однохренственны. Вот, но здесь я говорю, тут кислота. Вот, чем, вот что меня очень сильно привлекает. Все-таки. Плюс 2 рубящий, да? Плюс 1 колющий. Ладно, посмотрим. Пока что пусть так будет. Так, что у нас? 11, да? 11500. Мало?
Там хренька 16 тысяч стоит. Блин, подкачаться бы, оценку качнуть нашей плутовки. Кстати, yep. Мадам. Хватит стоять. Так, ты мне... Много тебе еще до уровня надо? Блин, ведь не так много-то по большому счету, да? Качнуть бы и оценку еще немного. Дешевле стало бы нам... Ну, намного дешевле, я хочу сказать. Очень мне хочется это поглощение взять. Ну и брони добавить. Извините меня, разница-то. Ай-яй. I shall lead the way. Хоть стоять. Морд мелкая. Так, я что-то не совсем понимаю по поводу караванов, честно говоря, пока что. То есть я их никуда отправить не могу. С медовухой не очень понятно. Хм. А давайте-ка мы кое-что проверим. Сейчас мы сюда вот сходим, в этот город. Купим там какой-нибудь руды, всего остального. Стой. Да стой ты, жопа, с ручкой, блин, а. Что я за тобой гоняться-то должен, блин? Два часа. Но мне нужна прокачка, мне уровень нужен. Разорву, падла. Нахер ты еще не промахивался, балбес. Вот так. Мелочи приятно, да? Такими темпами я опыт буду долго набивать. Мне сейчас уже надо... Кстати, дневник сэром Невалем. Ага. Разъяренные варги пока остаются загадкой. Почему они такие разъяренные? Ладно, окей. Так вот. Я сейчас хочу купить. Попробовать купить там плюшки. Okay. В городе. Стой, ну куда, блин? Убежал. Ну, блин, ну, конечно, они за 3 километра сзади меня, за спиной появились. Ага, спасибо, елки-палки. Гениально. Так, торговать. Вот давайте, Лейлон, руда. Допустим, купим на все. Вот мы ее купили. У меня сейчас есть эта самая руда. Или все-таки я чисто медовухой торгую? Не-не-не, воюем. Ну, тем более... Куды? Стой! Стой, зараза! Не смей исчезать! Вперед! Ту-ду-ду-ду-дум! Почему он не делает какого-то автоматического добегания до врага? Я вот этого понять не могу. Но это реально странно. То есть враг может тебя атаковать, а ты врага нет. Как это работает? Я серьезно, я не понимаю этого. Это настолько странный момент. Вот, ну, просто непонятный. То есть враг ближнего боя. Ты милишник, он милишник. Но он тебя тыщ чуть дальше. И тебе нужно именно сказать твоему чуваку, чтобы он добежал до противника и атаковал его. Ну это... Да идите твою налево. Что тут? Размножаться, что ли, опять начали? Почкованием, блин?
Так. Блин, так как тут? Сейчас, секундочку. Не могу сообразить, как поставить сюда. Не отсюда переносится. Может, персонаж тогда? Поведение, нет, навыки, умения. Ай, ладно, в топку. А, вот мы с кислотой обосрали. Ни за что, ни про что. Уже? Вроде не так долго бегаю, а уже надо заканчивать очередную часть. Четвертую часть четвертой серии. Давайте уж еще одних допинать нейтральных отрядов. Ну как нейтральных? Враждебно-нейтральных, блин. Два. Стой! Стой! Стой, ну что мне, шуметь что ли специально, чтобы ты меня услышал? Ну куда ты уходишь? Зря это запугиваем, включаю, не надо его, надо обман включать, топку. Сейчас уже смысла нет, просто сам себе проблемы создаю. Нет, ну почему убегает именно тот, которого я собираюсь вот... Атаковай! О, ты что здесь делаешь, мелко? Динозавр выдал свой боевой клич. И пошел всех убивать. Немножко золота. Но уже все-таки заметно, да, что чем выше твой уровень растет для данной местности, то ты чем меньше ты начинаешь получать этих... меньше получаешь плюшек, опять же, от монстров с данной местности. По-моему, это немножко неправильно. Ну, то есть, либо неправильно было как-то прокачку. Я не знаю, как это сделать, но тогда монстров надо было как-то подгонять получше, потому что... Ну как бы уже вот сейчас. Спасибо, блин. А можно вот без этих взбрыков, а? Не смей исчезать из-под носа. Чего, 14 минут? Это чё с... Интересное кино. Ну, 14 мая, это 14 минут, судя по всему. А чё так это? Мало? Чё там, не 20, я не знаю, не полчаса? Вот улучшенное сбивание с ног, с ним явно что-то не так. А вот что с ним не так, я не понимаю. Написано, что он вообще не дает никакой паузы. Оно дает паузу. Подожди, у меня стоит улучшенное сбивание с ног? Вроде, да? Отдохнуть-то я могу здесь? Здесь его опасности. Ой, удивил. Стоп. Давайте прочитаем. Персонаж. Навык. Ищем. Вот, улучшенное сбивание с ног.
Лошадь навыком считается на одну категорию размера больше, это мы поняли. Сбивающий с... Да, поведение так. Кроме того, перед повторным применением этого навыка не требуется пауза в 2 раунда. Ничего не понимаю. Но оно же не работает так. Ты еще и промахиваешься. Лечит гаденыш. Вот так. Еле выжил, черт побери. Ну и чё ты? Хоть от кого-то убежать смог. Я так понимаю, нам опять сейчас так и не дадут отдохнуть спокойно, да? В этой местности. Ну, удиви. Не, ну если невероятно опасно, то это нормально. Ничего страшного. Ага, мы отдохнули. Давайте пауза. Так, брысь. Сохраняемся. Все. И небольшой перекурчик.